Всем привет, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я опять катаю дуэльку в пятую циву. Мне выпало... не выпали Нидерланды, блин, против персов. Конечно, персы на перестрелке, которые... вот эта карта перестрелка, они, конечно, получше, несомненно. Да, ну, давайте, наверное, я вот сюда прыгну. Тут тундра, правда, выглядит, и снег. Блин, может, тогда лучше вот на сюда прыгнуть. О, да, вот тут получше. Вот сюда я город поставлю. Ну, потому что, блин, на этом озере, и тем более я не хочу болото осушать. Это будущие польдеры возможные. Он город сразу поставил. Медь означает возможность взять пантеон на медь и железо. Как минимум три веры тут есть. Давайте пожелаем ему удачи. Так, сразу со скаутов начнем. Момент. Я еще подумаю. Давайте глянем, что здесь. Я думаю, что этот ту рынку мы скаутом заберем. О, сразу население. И давайте продолжим расти. Тем более у нас тут есть денежка. Так, давайте еще вот тут глянем. Блин, тут очень много снега. Оттуда будут набегать. Это у нас Килиманджаро. Слушайте, нам под Килиманджаро 100% надо город ставить. Ну, я бы тупо спосило сразу. Начал. Это очень важно нам поставить там город. Что далее? Культуру. Так, ну я думаю, что в волю. Два, три. Я бы, наверное, вот прям... Ладно, я подумаю еще, куда я бы хотел ставить. Понимаю, опасненько прям сразу строить посело, но в этом случае это очень нам крутой буст даст. Так, наверное, амбарчик пока. Мы еще благодаря Килиманджаро тут носимся по холмам, как по дорогам. Бля, тут не пройти. Так, ГГшка. Первыми встретили. Что-то не видать разведчиков персидских. Надо еще и дуболома, конечно, к Килиманджаро сводить. Раз к моменту, когда скаут... Ага, вот его... Подожди, он тут... Блин, тут была руинка или нет? Или мне показалось? По-моему, была все-таки. Ладно, давайте метка луков. Ну, подходи. Нет, не пойдет. А вот и второе чудо. Так, мне, наверное, все-таки пантеон на чудеса надо будет взять. Так, он своим скаутом ушел.
Кажется, тут еще где-то ГГшка должна быть. Я, наверное, постою. Просто, чтобы тут никто не встал, да всякий пожарный. Так, а вот здесь мы, пожалуй, рост включим. А, вон она, кстати. Блин, да, вот это чудо, к сожалению, Сингапур заберет, судя по всему. Вряд ли я успею туда город поставить. Тоже воля. Блин, ну, у него очень крутые уникальные юниты и очень крутое... способность на золотой век. Так что тяжело нам будет. Давайте, наверное, календарь открою. Календарь просто открыл. Не люблю, конечно, когда открываются те техи, которые я прямо сейчас исследую. Так, что ж у нас с лошадьми 4. Ну, давайте, наверное, все-таки сначала в железо. Бессмертные пришли, между прочим. Так, слушайте, давайте-ка мы все-таки в коляске. И прям в меткалуке. То нам тут сейчас наваляют. Кажется, он собрал дань. Рабочий нужен. Не, давайте лук, потому что я иначе не защищу. Просто тут варвары лезут ко мне периодически. Два хода до посела. Пожалуй, все-таки пойду его защищать. Тут Гонконг должен убить его. Угу. Пойдемте найдем столицу Перса. Блин, смогу, интересно, к... Ну, я поведу сейчас к Шерипаде, но вопрос очень большой. Успею ли я поставить до того, как Сингапур эту клетку присоединит? Так, ну у меня пока демография получше. Он пока в один город играет. Кстати... Так, надо отступить, иначе нас тут убьют.
Ну что? Игра предлагает тут. У меня вообще хватит денег выкупить. Такое перемещение, правда, странное. Тут кто-то стоит, блин. Ладно, пошли. Угу. Блин, а он так горами защищен. Интересненько. Опа. А, вот тут кто был. Блин, он на море стоит, кстати. Так, тут монумент. Амбар. Ладно, давайте тут тоже рабочего пока. Возвращаемся дуболомом. Ой, все, надо валить. Убьют скаута. Слушайте, я одну еще ГГшку. Либо здесь получается. Значит, тут ставим. Я надеюсь, что сейчас не выкупит Сингапур эту клетку, иначе я немножко бессмысленно. Хотя как, тут апельсинки есть. Это очень важно, мне кажется. Шерепаду это практически... Купил. Так. Так, пошли лучника сводим к Килиманджаро. Надо у Гонконга украсть рабочего. Вопрос, правда, где там бессмертный его ходит? Но он должен куда-то сюда поселенца везти. У него тут поселенец появился, я его увидел. Хотя, подожди, он здесь же был. Но он должен куда-то сюда ставить город. Тут не растем. И здесь не растем. Давайте, наверное, блин, еще рабочего. Не, ладно. Нет, рабочего, пожалуй. Многовато, возможно, рабочих. Но я хочу коляски строить, а не... Ну вот, видите, по Саргаду он нормально поставил. Блин, я бы вот эту клетку хотел выкупить. Апельсинки, ладно, у меня... Блин, вот, конечно, тут... Дуболом очень не в тему. Давайте-ка мы этого тут... Блин, я случайно... Ну вот почему не выбирается
дуболом. Мне надо защищать рабочего. Я сейчас потерял ход из-за того, что неправильно выбрал. Он сейчас будет меня атаковать, к сожалению. Как-то надо... Наверное, так. Чтобы, если кто там не стоит, чтобы не увидел моего полностью раненого... скаута. Может, стоило лошадей сначала обработать? Не, ну счастье нам тоже надо. Так, ну религию мы должны быстро принять. Мы не трогаем коров, потому что это, если мы их обработаем, это только в пользу моего соперника будет. Он их сможет грабить. Тут я вообще бы ничего... Ну, хотя вот тут лес можно вырубить. Так, давайте лошадей. Он армию не строит. Я просто сейчас подумал, что мне важнее. Я, наверное, сеттлера еще тогда сделаю. У нас где-то еще есть ресурс роскоши. Но у меня получается только медь и только апельсины, которые вот тут. Это, кстати, жопа. С другой стороны, у нас раз, два, три, три города-государства этих. Но все равно мне нехватка... То есть, у меня нехватка счастья тотальная. Блин, ну и как мне тут? Ну это охренеть, конечно. Блин, мне придется вот так защищать, а этим отойти. Иначе он бы захватил сейчас моего. Блин, мне юниты нужны. Сейчас двумя этими проатакуют моего. Так, давайте, наверное, так долго мне еще до лошадей 3 хода. Ладно, амбар. Вылечусь и буду стоять. Мне нужны лошади, чтобы коляски строить. Это мне важнее намного. Так. Не должны этого убить вроде. Я убиваю следующим ходом. Ладно, сейчас посмотрим. Так, я в меткалуке вышел. Давайте железо откроем. У меня дофига рабочих. Стоит ли мне пирамиды, интересно, пробовать строить? Вот в чем вопрос. О, не убиваю, кстати. Придется пропустить ход.
Ну и как мне вести сейчас посела? Интересно. Я бы, честно говоря, на бананы поставил, а не куда мне игра рекомендует. Так, ну нам надо вот тут еще исследовать. Пускай на скаута отвлечется. Дороги строю. Денег, правда, нету нифига. Сначала письмо, потом деньги открою. Возвращаемся сюда лечиться. Тут дорога. Тут дорога. Тут дорога. Сейчас будем леса вырубать. Хочу колясочек нафигачить. Ну, так и тут давайте. Одну уберем. Так, тут на пророка оставляем. Давайте вырубать уже. Я понимаю, что минус 5 счастья. Все понимаю. А вот и Прага, кстати. Блин, офиг ли я тогда тут тушу? Мне надо вон апельсин обрабатывать с таким несчастьем. Так надо дорогу делать. Блин, у него еще серебро и крабы. Короче, у него, смотрите, у него серебро, крабы, апельсины и меха. Как минимум 4 ресурса роскоши. У меня 2. То есть вот эти 2 чуда, это просто уравнивает шансы. Потому что я смогу пагоды поставить хотя бы. Но вообще выглядит нечестно. Блин, надо было отойти, меня сейчас лучник может обстреливать.
Сейчас тут скаутом постою, полечусь. Так, что ГГшки хотят? Гонконг этот лагерь. Прага тоже этот лагерь. Антанариву деньги и генерала. Сингапур религию. То есть там 21 ход, там долго будет. Антанариву второй раз забрал. Знаете, не хочу пока пирамиды строить почему-то. Не, знаете, сюда побегу. Сейчас тут появится лучник. Пока с ним разберемся, пойдем вот с этим лагерем попробуем разобраться. Я бы, кстати, в Амстердаме лучше мавзолей построил геликарнасский. Ап был. Давайте четвертую коляску сделаю. Чё тут? Да, вот у меня со счастьем проблема. Он Стоунхендж сделал. Иначе ему религию не заполучить. Так, ну раз мы играем за Нидерланды, то будет протестантизм. Так, и пагоды. Так, поскакали. Теперь сюда. К сожалению, на коляске Килиманджаро не работает. Блин, а может мне сначала дороги? Давайте дороги, я хоть два счастья сейчас получу. А потом уже меритократию. У меня просто тупо нету счастья, чтобы даже города стоять. Так смысл мне в меритократии в золотом веке? Нету смысла. А так, сейчас еще одно счастье получу за соединение. И тут сейчас соединю. Так, давайте бегать, проверять, что тут лагеря не появляются. Еще можно будет какой-нибудь город поставить. Давайте он полечится тут пока. Геликарнас строю, потому что, во-первых, деньги от камня, а во-вторых, будут 100 монет давать за каждого великого человека за использование. Так, а ты откуда взялся? Кстати, с Гонконга можно будет попробовать еще и дань взять, когда мы будем там колясками стоять. Блин, вот тут надо бы... Блин, там... Вот тут надо бы дорогу сделать вот на этом тайле, но вообще жалко так. О! Это я дебильно зашел, честно говоря. Сейчас может быть минус скаут. Нет, чтобы по одной клетке ходить.
Так, ну он рашить меня не планирует. Так, сваливаем отсюда. Значит, тут у нас лагерь есть. Будем знать просто о нем. Блин. То случайно не убьют уже этот лагерь-то. Но я следующим ходом, возможно, должен его забрать. Ну, в принципе, ровно идем. У него Персеполь покруче. Ну и вообще города покруче. У меня, извините, вообще, по-моему, производства нету, кроме Роттердама. Так, убиваю. Очень хочет. Давайте, наверное, этим. Есть, отлично, это очень хорошо. О, кайф, еще и трибьют. С Праги не хочу брать, я хочу иметь культуру. Так, наконец-то счастье появилось. Кстати, караван, наверное, можно тут. А из ГГшек никто не хочет прям караван. А сколько будет в Сингапур, если я отправлю? 4. Нет, давайте библиотеки лучше. Тут производства нету. Вообще хотелось бы вырубить, но в данном случае вообще просто нету производства. Так, Роттердам вырос, Утрехт вырастет. Блин, давайте, наверное, на пагоду оставлю. Тут у нас вообще нету счастья. А где у нас, подождите, цирки? Блин, давайте, может, охоту сначала откроем. Я смогу хотя бы цирк в Амстердаме построить. Stoneworks – это счастье. Как тут стоим. А, я так не могу пройти. Ладно. Он вообще не интересуется, что у меня тут происходит. Вообще не интересно. Ага. Так, ну ладно, я попробую сейчас вот этого захватить, парня. Нет, уже не захвачу.
попробую с Сингапуром, но мне кажется, он не даст. Не, лучше с Антананариву, кстати. С Антананариву надо пробовать. Ладно, не пойду я туда, надо к Антананариву везти в коляске. Так, есть счастье, Гронинген хай вырастет. Так, подождите, а где четвертая? А. Блин, он в три города играет, у него Персеполь большой, 7. Но он, походу, в три города. Странно, у него дофига счастья. Ну ладно, кто я такой? Чтобы советовать, у меня тут самому все плохо. Я буду советовать, кому во сколько городов играть. Серьезно, ты решил не уходить отсюда? Ну давай, постоянно. Эти вот эти ребята, они сильные. Ничего не скажу. Так, слушай, давайте-ка мы Амстердам подрастем. Знаю, Колизей мне больше нравится, чем караван. Я, кстати, еще Петру смогу в Амстердаме построить. Ну, не знаю, честно говоря. Ты ж гад убил мне. Так, ну мы должны убить все-таки этого парня. Так, теперь мы строим еще коляску. Не, ну они сильные. И они еще на лесе стоят. Но, тем не менее... Прям обработанный олень. Ну, вот эти олени, этих оленей надо будет убить. Разграбить. Встану тут просто в защиту, чтобы не лезли. И здесь, наверное, надо встать вот так.
Блин, ладно. Так, по нему стрельну. Ладно, боюсь, я бы прыгнул сюда, вырубил лес, но боюсь пока. Так, есть пагода куплена. Дальше нам надо пророк. Ну, коляска за двух бессмертных, я считаю, это честный размен. Ну, точнее, даже в мою пользу, я бы даже сказал. Поэтому... Можем даже сравнить просто. Коляска 37 производства, да? 37. Где тут? Цивилизация. Перша. Тоже 37. Ну, то есть я получил... Я в два раза больше, считайте, да? Выиграл. Ну, не писюн ли? Типичный писюн персидский. Так, а если мы вот так прыгнем? Так, тут растет город, тут Амстердам растет. Бежим дерево это обрабатывать. Да, блин, ты задолбался своими бессмертными. Так, стоим здесь. Фак. А вот это неприятно. Блин, там меткалук появился. Вот этот лагерь вообще, конечно, не очень не в тему у меня там. Генерала, наверное, возьмем. Или укрепим религию. Не, вообще надо генерала. Без генерала мы тут будем очень грустными. Так, какие-то новые задания. Антананариву выполнил, Прага выполнил. Сингапур 6 ходов и я выполню. Так, знаете что, давайте сетлера в 4 города не дело играть. Рынок. Чиним. Там пирамиды не строим. Может, все-таки пирамиды мне построить?
Давайте, наверное, инженерное дело, потом гильдии. Инженерное дело, потому что у меня тут реки очень мешаются. Так, а у него... Он еще не закрыл честь, волю. Вот видите, тут река мне мешает нормально пройти. Если бы у меня инженерное дело было открыто, я спокойно вот пробегал так и все. Сейчас я должен Сингапур засоюзить, по идее. Храм Артемиды. Блин, храм Артемиды тоже прикольно было бы построить. Блин, а вот тут может вырубить. Хотя тоже еда есть вроде. Производство тут только эта клетка, что эту я не буду обрабатывать. Да, блин, задолбал ты это лечить. Такие утомительные эти берсерки. Ой, бессмертные, просто мрак. Кстати, мне надо пагоды. Нам не укреплять религию надо, а именно пагоды строить. У нас нехватка счастья. Блин, ты еще и проатаковал меня. Вот не писюн ли? Ну, я писюнами играю вообще. Не, ну тут я тебя убью. Вот это очень хороший размен. То у него минус два бессмертных за одну коляску. Это он зря. Так, куда-то вот сюда надо поставить. Блин, или сюда лучше. Тут как-то производство побольше выглядит. Три вот сюда просто, на эту клетку. Да, кстати, я заодно этот лагерь буду контролировать. Пошли дорогу туда вести. Он еще, кстати, религию так и не принял, да? Так, ну, я вам хочу сказать, что он как-то своих бессмертных, конечно, слабо использовал. Ему надо было их больше делать и меня рашить просто. Так, минус 3 культуры, выполнили задание Сингапура. Антананариву хочет караван.
нас по армии? Блин, у него... Он, кстати, строит там армию, так что я зря на него гоню. А я тут, блин, рынки строю. У него вообще минус 11, у него науки нету больше. Блин, опасненько. Мне будет на этот холм встать на самом деле. Я напоминаю, что у него способность при золотом веке на 3 клетки бегать. А не на 2. Ну, дополнительное, короче, перемещение. Так, мне надо рынки достроить и тогда меткалуки фигарить. Здесь после цитрусовых рынок тоже. Цитрусовых, в смысле, цирка. Да, ставлю просто тут. Так, там меткалук просто. Ладно, давайте так стоять. Блин, уйдет вот это... Короче, мне храм Артемиды бы еще. Черт. Потому что там уйдет счастье Сингапур, у меня дикий минус будет. А дикий минус это... минус к силе юнитов. Что тут? Он теперь вечно тут стоит? Прописался? О, прикол. Так, слушайте, так нам это надо освободить, и мы... Я не знаю, чей это рабочий, но мы его вернем. Это очень хорошо. Так, ну он мечети, очевидно, взял. Еда от лагерей. Блин, так это же верование на традицию играть, а не на волю. Да. В религию. Ну, немножко слабоват соперник. Все-таки. Даже его меткалук-то сингапурский сейчас убьет. На меня он лезть особо не спешит. А мне тоже как бы к нему тяжеловато проходить. Но по-хорошему, тут, видимо, арбалеты. С Килиманджаро по Саргадо берется и все. То есть план такой. Еще один город тут ставится. Так. Отлично.
Ну, теперь, я думаю, можно и караван построить и попробовать в Антананариву отправить. Я все равно Артемиду дострою, потому что он влияет на постройку всех стреляющих юнитов. А здесь это важно. Так, слушайте, я вообще расти могу. Утрехт и Гронинген растут, а вот здесь... Так, давайте сделаем. Так, Амстердам. Надо, чтобы быстрее Артемиду построил, и тогда я на рост переключу. Ну, почему он вечно, он прирос к этому холму. Ну, смотрите, мы ровно идем по развитию, да? Но дело в том, что у меня перспективы намного радужнее. О! Почему мне не показывает, блин? Я себя не посмотрел, что тут юниты какие-то прутся. Так, ну я, наверное, пока поставлю. Это у нас этот бессмертный, да? Или лучше... Он хочет к горе подойти. О, мой. Я ему свою религию распространил и получил за это денежку. И тут еще, вау. Да, ну это круто. Ну что ты, что там, стоять будешь или что? Я ж тебя обстреляю. Блин, видите, вам... Сейчас я 2D включу. Вот он тут стоит. И он, кстати, не подходил к Килиманджаро. Блин, он дорог понастроил. Ясно. Ну, коляски и в некотором смысле имеет смысл около Килиманджаро поводить, они будут получать плюс 10 на холме, но бегать по холмам они все равно не научатся. Так что такое... Он смог колосс построить. Ну, вообще, да, у него тут море. Кстати, подожди, может, он 4-й город где-нибудь там уже поставил? Это я просто его не вижу. Нет, 3 города. Надо за один достроить. Гронинген, конечно, грустный город. Давайте я вот здесь ферму сделаю.
получили серебро от Сингапура, да. И, ну, крабов я вряд ли получу. Крабы только у Персеполиса есть. Блин, у него в полтора раза больше армии. Чё я себе думаю? Может, мне уже этим лагерем как-то заняться? Так, золото, караван, храм Артемид. Ну, храм Артемиды сделали. Караван отправим. В Антананариву самый дорогой караван из Утрехта. Пять ходов до польдеров. Но нам сейчас надо везде меткалуки строить. У него что-то тут мощная группировка. Ну, не знаю, Роттердам не берется, естественно. Не знаю, почему он здесь ее решил собирать. Вообще, я бы на Гронинген шел на его месте. Так, ну в честь. Нужен еще один посел. Не знаю, как он одним этим, ну еще тут попрется, например, но это... Ну, не знаю, короче. Это очень, по-моему, неудачно выбранный. Так, я бы здесь еще встал, смотрел, чтобы тут никто не прошел. Но тут у меня очень большие сомнения, чтобы кто-то пройдет вообще. Хм. Ну, давай. Попробуем. Так, давайте-ка мы здесь меткалуки будем строить. А посела мы в этом городе сделаем. Тут и идти поближе. Так, и в Роттердаме у нас будут меткалуки. Это же просто... Я даже его сейчас пока атаковать не буду. Мне просто даже интересно, как он... Что он делать тут собирается. Золото я не смогу, к сожалению. Так, Сингапур тут надолго со мной. Тут дорогу ведет. Может, он меня отвлекал таким образом? Ну, армия-то все равно здесь... А, вон меткалуки пошли. Так, окей. Это интересно. Не, ну минус понятно, да? Тут я даже не буду доделывать, пожалуй, ферму.
Ну, Гронинген вот так могут, наверное. Ну, блин, все равно большинство армии у него здесь, я вижу. Не знаю. Убивается ведь. Так, а у него что? Он даже так и не закрыл до сих пор. Волю. Не, ну странно все равно. Что-то как-то странно. Че он сразу не пошел на Гронинген? Все, я тут никак не могу переключиться на рост, все постоянно надо один ход что-то достроить. Два генерала. Ну, давай, попробуем. Ну, вот это берется, возможно. Но ему не хватает тут юнитов. Тут у него очень много здесь стоит. Так. Так, ну я бы просто арбалеты открыл. Мне кажется, открытие арбалетов — это победа здесь. Что я явно... Хотя 20 на 20. Наверное, повырубаю я, пожалуй, тут лес на метколуке. И здесь... Нет, тут надо лошадей. Так, а где у меня еще? Не куплены пагоды. В столице есть. В Утрехте есть. А, только. Только в Амстердаме и Утрехте и все. Что-то мало. О, там... О, зашибись, я Амстердам. Так. Отлично.
Ну, да, убил он мне этих, но... Не знаю, что, зачем тут вот стоит. Короче, я почему-то Антананариву до начала хода стало... А, ну я же к нему караван отправил в конце хода, все верно. Тогда все верно. Так, ну, уже повеселее с армией, в общем-то. Спасибо. Ну, надо доделать посела. И тут рынки надо. У него производство повыше. Я, кстати, у меня меньше стало, потому что я переключил с Амстердама. Но я напоминаю, что у меня плюс 15% для строительства стреляющих юнитов. Поэтому у меня... Убил. Отлично. Так. Да, разграбил. Ну, это, к сожалению... вынужденная. А вот это я не ожидал, прямо вам скажу. Это надо было спасти. У него еще да, я понял, у него золотой век начался, поэтому он тут очень близко ко мне подходит постоянно. Ну, то есть он на три клетки, у него юниты бегают. Блин, я что, тут не вырубаю? Я вырубать должен был. Блин, он продавливает. Черт. Что он на три хода ходит теперь. Так, знаете, что мы сделаем? Ты не пройдешь. Да, вот это жалко, но сейчас уже мне не так важно это Килиманджаро.
сейчас нам надо будет под защитой скаута сюда вести город. Блин, 17 счастья уже, нифига себе. Подгадил он мне там немного. Переживем. Все, у меня везде метка луки строится, да? Ну, я бы здесь стоял. Да ладно. Это, конечно, перемещение, это вообще трындец. Так, но он получит урон. Сейчас, я надеюсь, что он не разграбит мне сейчас. Сколько у него этот золотой век еще длиться будет? Но он 25 урона от крепости получит. Блин, мне, наверное, надо туда рабочего. Если что, крепость сразу чинить. Ты гад, все-таки разграбил, ну. Как он это делает? Так, ну так получше. Так, Антананариву как-то я могу еще умаслить? Может, просто денег дать? Мне надо, чтобы она мне с той стороны... А, видите, она даже рабочего захватила. Ну, прямо скажем... Мы воюем только потому, что у него реально круче юниты начальные и крутая способность на золотой век. Иначе бы я бы его уже тут давил. Но это просто очень тяжело. Это перемещение. Ну, золотой век же должен кончиться, сука, он 8 ходов длится. Это он, кстати, знаете, он, наверное, поэтому... Это ты хорошо сюда встал. Это он поэтому волю не закрывал. Он что-то другое взял, не закрывал волю, специально готовился к нападению. Ждал, пока сможет взять золотой век. Он меня убил генерала. Так, вот этого не надо добивать, потому что он умрет от малярии, хотел я сказать. Блин, генерала жалко.
Так, где он мне тут дорогу разграбил? Вот здесь. Раз, два, три. Ну как-то вот сюда надо ставить. Но, тем не менее, выход в арбалеты, мне кажется, закончит игру. Так, я что-то не соображу, что мне тут рабочими. А где-нибудь еще у меня болото есть? Я реально не соображу, что... Блин, я так расстроился из-за генерала. Хм. Мечники. Он заменил бессмертных на мечников. Ну... Меткалуки против мечников, зашибись, нормально стоят. Имхо. Ну, не знаю. Какие-то порты строят. Интересно, конечно, действует. Просто подвожу к Килиманджаро, чтобы способность была по холмам бегать. Наконец-то я могу вот сюда встать. Давно об этом мечтал. Ну, я все-таки в Амстердаме доделаю рынок. Ну, опять же, повторю, у него золотой век. Когда он кончится вообще? Пойдем просто... Ну, не знаю, он стоит... Ну, вообще стоит хорошо. Убил мне... Ладно, мы, видимо, ждем арбалетов. Сейчас Сингапуру рабочего вернем. Пока прокачиваемся на его. Раз пагода, два, три. У меня уже почти вся карта в моей религии. То есть, типа, откуда деньги брать? Ну, я первый по армии.
Эти пирамиды так никто и не построил. Очень интересная игра в волю. Блин, я что тут не взял вроде. Класс. Можно сразу возвращать, короче, Сингапур навсегда со мной. Кстати, можно караваны построить для отправки в столицу на еду. Не, знаете, мы этого отправим в Неймигин. Странно их поменял. Понимаю, это что за... А, это моя... Смотрите, это моя клетка здесь. Забавно. Какие-то баррикады строят, слушайте. Что ты пристал к моему скауту? Так, в Гронинге не куплен. Остался в Неймигене только. Да блин. Лагерь какой-то.
Ладно, ладно, убедил, все, подхожу. Ты закончился золотой век-то, наконец-то? Так. Дальше пойдем в мастерские. Блин, он там поставил, я не вижу. А, там рабочий у него. Так, ладно. У нас арбалеты. Он так играет в три города. Ну, это еще одна его ошибка. Не знаю, как можно тут в три города. Я тут заглянул в демографию, с удивлением для себя увидел, что он на 4 техи меня опережает, но он явно не в арбалетах. То есть он... философию открыл зачем-то. Ну и мечи. Мне тут не надо столько юнитов, надо их сводить к Килиманджаро и идти разбираться с этими варварами. Блин, как видите, я думаю, что вот это, кстати, возможно, он с воли взял ученого и прожег его за... Ну, то есть у меня нету других вариантов, хотя я шел по... Ну, еще есть вариант, что я просто по дорогим техам шел, и, соответственно...
Ладно, давайте, наверное, тут пирамиды. Так, тут Петру. У него науки практически нет. У меня, правда, тоже скоро не будет, но я надеюсь, что я что-то куда-то сделаю. Ну, наконец-то. Блин, я вот тут могу... Я вот тут могу польдер же сделать. Так, есть караван, давайте. Ну, не знаю, нету смысла в Роттердаме сделать стену. Просто не берется. В Гранингене, может быть, было стену. Так что давайте арба. Надо вырастить Амстердам хотя бы, вот, не знаю, до 10. Или давайте внутрь зайду, тут буду стоять. Я тут стою, кстати. Ага, он там контролирует. Прага хочет протестантизм. Кстати, ну, хотя не факт. Может и не распространиться. Thank you.
черт он Петру построил. Ну, не то чтобы мне тут это важно было, но караван лишний никогда не помешает. Я тогда хочу еще построить статую. Ну, вообще, надо бы гильдию артистов. Мне вернут деньги, мне зато наука появится. Мне за Петру вернут деньги. Что-то он там двигает, дороги строит, порты. Ну, у него проблема, он в три города играет. А, может, он четвертый все-таки уже поставил? Нет. У него не видно здесь, откуда ему брать дальнейшие возможности укрепления, расскажите вот мне. Мне тут коляску оставить, чтобы тут не появлялись лагеря. Вообще, я бы коляску удалил, конечно, уже, потому что мне ее некуда апать, и я бы думаю, что мне какие-то не улучшенные меткалуки тоже. Хотя... Это, наверное, по мере появления арбалетов, если только... Но он, кстати, тоже получает, он же тут... У него три города, то есть он получает мои пагоды, но зачем? Так, 51 очко. Я бы как-нибудь повоевать, чтобы еще одного... набить... генерала. Что он с этими мечниками? Чё они ему сдались вообще? Так. Давайте, наверное, в гражданскую службу. О! У него тоже появился арбалет. Thank you.
Поставил арбалет. Убрал, поставил мечника. Да, потеря того генерала была важной, конечно. Куда он ломанул? Где у него? Не, компас вряд ли. Я понимаю, у него, ну, у него точно открыто вот это. Видимо, оптика тоже точно открыта. Драма и поэзия и философия, видимо, так. Вообще, еще на его месте можно тут поставить. Но это только юниты. Если бы крепость здесь еще из города снимала защиту. О, вот так будем стоять. Слушайте, ну мне надо стены, видимо, все-таки здесь поставить. Уже двумя меня обстреливает. Подожди, я же мог отсюда обстреливать, нет? Да. Ну, еще у меня больше армии. Так, есть у меня генерал.
Я бы его, кстати, вот сюда вел и пытался вот сюда поставить. Так, а когда мы там сможем военные традиции принять. Давно надо было тут, конечно, меткалуками ломануться. Не знаю, чего я ждал. Ходов. Ну, уже Амстердам догоняет Персеполь. Понял. А, он двумя обстрелял. Так, тут будет уровень. Пагода в Неймеген. Это означает, что можно на пророка переключать. Да блин, он еще и вылечился, тварина. Мачу-Пикчу, блин, у меня теперь денег дофига. Ну вот, мне офигительно повезло, конечно, с горами. Я Мачу-Пикчу только в Роттердаме мог строить. Но, может быть, в Брэди еще когда-нибудь. Но в моих основных городах, к сожалению, нет. Наверное, мне надо было тут дорогу построить. О, боже. Сейчас будут пытаться меня убить. Ну, я генералом просто похожу. Блин, слушайте, мне реально тут надо дорогу сделать.
много рабочих уже. Просто не нужны. И у меня что, опять золотой век, что ли? Нет. Откуда у него появилась еда и производство? Это я не понимаю. Просто с нихрена. То есть я его обгонял, теперь... Ну, хотя у меня еда. Ладно. ГГшки хотят. Торговый путь Гонконг. Это вряд ли. Веру я сделаю, кстати. О, подожди, почему Антананариву хочет вот этот лагерь? И Прага его хочет. Что за бред? Мне кажется, что это далековато. Так, а давайте караван на деньги. Блин, вот Мачу-Пикчу это круто. К сожалению. Да, наверное, надо все-таки уже дорогу тут вести. 3-4. 5, значит, тут надо вести. Блин, что-то игра затянулась. Блин, надо было сначала это принять.
Ладно, давайте арбалеты фигачить. Вылазка была такая. Но мне надо, понимаете, где-то либо здесь ставить крепость. Вот сюда. Но он сюда поставит. Мне вот, еще, вот реально сюда надо ставить крепость. Мне даже, ну, то есть Килиманджаро пофигу. Я реально не понимаю, почему он к Роттердаму привязался. Мне кажется, реально проще, если он хотел взять, то Гронинген. А он почему-то вот эти вот баррикады строит и прям хочет именно Роттердам. Вот хоть убейте, не понимаю. У него, кстати, еще уникальное здание очень крутое. О, у меня счастье заканчивается. Значит, пожалуй, на производство отправляем. Тоже тут дорогу строит. Ну, не знаю даже, кому это в плюс будет больше, мне или ему. Как у меня на 4 техи опережает? Вообще не представляю. Ты, рыцари поехали. Блин, там ап был. Я
зря. Там был крутой меткалук. Он уже в рыцарях. Ну, тут, в принципе, рыцари-то недалеко. Так, так мне, наверное, в них надо идти. А у меня железо есть? Железо есть. Тем более там замок тоже в Роттердаме поставить. Блин, он раньше меня укрепил религию, но, во-первых, за счет того, что у него есть Килиманджаро, естественно. А во-вторых, он тоже, я наверное, пагоды покупал. Чисто продаю, потому что у меня и так рабочих дофига, и это хоть денежку даст. О, это круто. Вон-то на Риву отправим. Так, как бы мне только, чтобы мне его не убили. Блин, мне тут даст дорогу сделать? Ладно, я могу на его территории, там Сингапур сам платит за это.
он все-таки поставил здесь крепость. Так, интересненько. Блин, очень было бы круто Гонконг засоюзить. Слушайте, ну мне надо брать 20% у вражеских городов, которые следуют моей религии. Да. Прикол. Он ошибся, ему надо было наоборот это брать. Ну я чуть не вижу, чтобы у меня было плюс 20%, честно говоря. А, нет, есть. Просто тогда не было что-то написано. Куча бабла у меня появилась. Что, попробуем чеченицу поставить. Ну вот у меня тут ощущение, что вот тут все-таки я начинаю выигрывать. Как бы тяжело не было. Но наконец-то перевес стал ощущаться. А, так слушайте, мне надо просто апнуть, у меня деньги появились. Это я.
Точно. Блин. Он реально там так и будет стоять. Конечно, тут много ошибок насовершал. Немножко медленно все делал. Ну, я не знаю, этот удила уйдет отсюда когда-нибудь. Все, пошли тут обрабатывать лучше клетки. Так, пускай этот вырастет. Этот вырастет. У нас плюс 4 счастья просто. Бреда вырастет и Гронинген вырастет. Он реально ошибся в веровании, ему надо было не то брать. Но он, правда, думал, может, типа, он меня берет, а не я его. И поэтому... Так, эти все повырастали опять на Avoid Growth. Тут, кстати, плюс 20 не действует, потому что не на его территории. Так, слушайте, а мне тут надо все-таки дорогу-то провести. Не знаю, Нотр-Дам я что-то не хочу строить. Мне чеченица даст сейчас счастье. Плюс надо после этого вот это гильдию писателей. Так, и на мечети теперь. Припёр трибушет. Ну, трибушет не выстоит
Я, кстати, даже не уверен, работает ли... Вау, у меня уже арбалет просто дико прокачанный. Серьезно, добил мне все-таки этого. Говорит, не нравится, что ему ГГшка гадит. Ну, а мне нравится. Мне тут такое ощущение, что я никогда не соединю. Смотрите, сколько тут раненых юнитов стоит. Так, вот так, наверное, подойдем. Может, мне тут вырубить лес, чтобы я мог отсюда обстреливать еще. Ладно, пока так встану. О! Откуда у меня здесь меткалук? Откуда у него сейчас этот? Ну что, я могу здесь поставить, например. Наконец-то. Ну, зато он, кстати, получает счастье. Может быть, сюда поставил, чтобы счастье иметь. Так, вообще, универы сейчас опасненько.
Так, тут дорога есть, тут дорога есть. Понял. А как этот юнит умер? Блин, а зачем я? Я дорогу зачем-то сломал. Вот я зря отошел, тут у меня еще два арбалета. Так, давайте сделаем. Да ты прикалываешься. У меня стали войска распускаться за то, что не хватает денег. Никогда такого не было. Я вот тут дорогу зачем разграбил, я вообще понимаю, я из-за этого сейчас страдаю, получается. Еще один генерал. Так, ну мне надо как-то довести сюда уже и поставить наконец. Никого нету.
Ты прикалываешься. Господи, вот это он, конечно, навонял тут этими. Так, ну я сдохнет. Мне, блин, двух хитпоинтов не хватает, чтобы не сдохнуть. Этот уже пофигу на дорогу, честно говоря. А, ну это прикол. Тем не менее, у меня вот здесь все еще территория. Конечно, забавно. Так, ну где мне бахать крепость, я не понимаю. Все, у него должна армия кончаться, да. Это результат трех городов вместо шести.
Вы, короче, он сдался. Говорит, в следующий раз выключай ГГ, потому что это меня заруинило игру. Ну, я считаю, ГГшки честно расположены. У него две, у меня две. И то, что он не союзил, ну, блин, что ему мешало? Он точно так же мог союзить Антананарил. Очень-очень необычно, конечно, чувак играл. Честно говоря, такие баррикады создавал. Но самое главное у него, это то, что он только в три города сыграл. Понятно, что надо, у него и место было, и счастье было самое, что главное. У него четыре ресурса, ну то, что я видел, возможно, даже больше. А у него, наверное, даже крабы еще были, которых я даже не видел. То есть у него 5 ресурсов, а у меня 2. И тем не менее... Ну и еще, я не знаю, почему он к Роттердаму-то привязался. Ну, иди ты в Гронинген. В чем проблема? Тут намного проще взять. Вот тут бы он сделал дороги, и вот отсюда он мог набегать на Гронинген. Причем он там как-то один раз попытался, но что-то не срослось. Ладно, вот такая партия. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!